Дорогие друзья, всем здравствуйте. Понедельник. Пришло время давать ответы. Сейчас выеду. Остановлюсь, чтобы ничего не беспокоило. Друзья, за последнее время очень много разных людей наобзывалось, выдергивало из контекста того, что я говорю, того, что я делаю. Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и принимают вызовы. По поводу вызовов. Остановимся, встанем на аварийку и пообщаемся, чтобы вы видели мои глаза. Дорогие друзья, все те, кто хотят вызвать меня на бой, вас очень большое количество, и я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, можно отдать должное, он осмелился и записал видео. Респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, не доедал, не допивал или еще испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить и вы увидели в моих роликах некий вызов, то я, как джентльмен, который исповедую правила, да, я исповедую правила, потому что я боксирую по правилам, и я живу по правилам. То милости прошу в ринг. Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать. Но я живу по правилам, и я не разделяю народ. Сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого. И это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри моей страны. Так что, друзья, если кто хочет, ринг, милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что с вами все, слава богу, что с вами все хорошо. И врач дает вам разрешение на выступление. И в этом случае мы тоже будем выбирать тщательно, с кем драться, с кем боксировать, а с кем не боксировать. Друзья, если вы хотите, становитесь в очередь, потому что я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны, для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну, и страну за счет этого знают. Я привожу титулы, флаг поднимается, мы привозим титулы, флаг поднимается. Очень долгое время уже это все происходит. Вы же разделяете страну на верующих, неверующих. Вы говорите, во что мне верить. Я самостоятельная единица. Самостоятельная единица. И если я выразил свое мнение, это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то одно мнение. И нужно, и чтобы понять, правильное или нет, нужно два мнения услышать. Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно. Мы же демократическая держава. Мы строим демократию, да? Мы стремимся куда? В демократическое общество. Так вот, друзья, не вырывайте из контекстов, не оскорбляйте. Мой джентльменский вид спорта – это бокс. И я вас еще прошу, друзья, не надо угрожать. Вы впрямую угрожаете. Про снайперш, про стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, вы вспомнили Путина, вы всех вспомнили. Вспомните Трампа, Бенджамина Баттона, всех надо вспомнить, чтобы очень много подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать. Да? Пауза. Друзья, пауза для чего нужна? Для того, чтобы посмотреть. Я не мог ответить сразу, потому что я праздновал 75-летие Великой Победы над фашизмом. Ну, не мог я вам ответить, друзья. Сейчас я вам отвечаю.
вы, получается, что за счет того, что мы говорим, или за то, что так, как мы живем, вы за счет этого существуете, по сути. Ну, блин, так и есть. Вы выдергиваете из контекста, вы берете видео, которые мы записываем, и за счет этого у вас появляется больше подписчиков, больше просмотров. Слушайте, друзья, ну если так, то тогда давайте делать правильно. Мы же можем обратиться к юристам. Вы хотя бы роялти платите какие-то за то, что вы просмотров столько получаете. Моя страна Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Здесь вырос. И если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекстов. Не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы украинцы. Мы не малоросы. Мы не сепаратисты. Мы там еще какие-то слова. У меня в паспорте написано «украинец». Еще раз пауза. А теперь задумайтесь, друзья. Вот то, что вы все наговорили, то, что вы вызываете на поединок и все остальное, что из этого все получится? Элементарно, хорошо. Возьмем вот такую ситуацию. Я отец. Молодой человек, другой, возможно, тоже там отец. Мы выходим на поединок. Бах, я пропускаю удар, меня нету. Все, вот умер. Моя жена скажет, ну вот придурок, зачем он на это согласился? Или другая модель, я бью, и мой оппонент падает, и все. Какой из этого смысл? Вот просто сейчас нужно сделать театральную паузу. Какой из этого смысл? Что вы докажете мне, или что я докажу вам? Мне не надо никому из вас доказывать. Если бы я соглашался на все поединки и дрался бы со всеми, у меня бы уже руки стерлись по локти. Друзья, занимайтесь каждый своим делом. То, что вы говорите, что мне кто-то разрешает кого-то бить, не разрешает никто. Никто не разрешает. И говорит, Сашенька, преврати свою палку в удочку. Любовью, только любовью. Моя церковь учит меня любить. Не забирать ничего, не отбирать ничего, а любить. Вот чему учит меня моя церковь. Любить. Созидать. Строить, делиться. Друзья, вы ждали, вы напровоцировали, наговорили глупостей. Разделяя народ, мы ни к чему хорошему не придем. Будут разделенные народы, которые будут гавкать на разных людей. Посмотрите мультик «Тролли 2». Вот там идет разделение, сюжет правильный, в конце только все объединяются, то, что и нас ждет. Друг мой. Нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. А так как в дуэли есть два дуэлянта, если один кидает другому вызов, то есть получается, что ты мне его бросил. Так что я выбираю оружие, ринг, бокс. В дальнейшем можем общаться. Бокс. Мне не нужны бои без правил. Я живу по правилам. Живу по правилам, боксирую по правилам. Стараюсь быть законопослушным гражданином. Все мы не без греха. Так вот задумайтесь, народ. Разделение это хорошо или плохо? Для меня... Вся территория Украины – это украинцы. Для меня нету бендеровцев, москалей или еще кого-то. Для меня украинец – это является украинцем. Все. И неважно, на какой территории он живет. Во Львове, в Крыму, в Донецке, в Одессе. Неважно, где он живет. Он является украинцем. Успокойтесь хайповать и занимайтесь своим делом. У меня все. Друзья, всем добра и любви. Поехали дальше. А теперь мы можем пообщаться просто так. Очень многие люди интересуются по поводу поединка. Друзья, я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают эти поединки.
На данный момент ситуация вроде бы попускается, но данных о том, когда будет поединок и где он будет, пока нету. Так что нам смиренно приходится тренироваться и ждать своего часа. Всем добра!